Финальный этап соревнований стартовал еще 12 апреля. Студентки педагогического университета одержали победу над командой МГУ имени Огарева со счетом 9-2. 14 апреля на поле встретились футболисты 4 вузов республики. Соревнования проводят по круговой системе. Игроки опытные и выиграть непросто. Обязательно это все студенты и обязательно очная форма обучения высшего образования. Вот. Никаких заочников, никаких, так сказать, там, вечерников. Все ребята, которые представляют свои вузы, защищают честь вуза, они являются студентом очных факультетов своих учебных заведений. В отличие от большого спорта, размер площадки мяча и ворот значительно меньше, поэтому мини-футбол считается намного доступнее. Однако есть и сходство. Рвение к победе, азарт спортсменов и искренние переживания болельщиков. По итогу 2 игр среди юношей сборная команды МГУ сыграли в ничью с командой РПА со счетом 1-1. С отрывом в 1 гол победу над командой кооперативного института одержала команда педуниверситета. Счет 1-2. Следующие игры среди юношей состоятся 16 и 21 апреля, среди девушек 19 и 26 апреля. Победитель среди студентов и студенток получит почетное право представить Мордовию во всероссийском финале, который состоится в мае в Нижнем Новгороде. Ирина Суконкина, Владимир Наськин, «Народные новости».